в классе у себя. Но мы не можем применять окна. Мы не можем сделать отопление. Ну, даже в классе мы не можем, потому что у родителей зарплаты небольшие, и мы просто не потянем. Я сейчас безработная, работаю. Секрет на матушке. Я понял, молодец. Ладно, хорошо, мы сейчас посмотрю. Получится, дать им помогу. Мы будем очень ждать вашей помощи, хорошо, потому что... Спасибо.